Сделаю сборную солянку, все соберу. Много кадров снимала за всю осень. Хотелось снять, как я Катю в школу увожу. Но это с утра не очень удачная затея. Здесь я подсматриваю за Катей в столовой. По утрам мы выходим где-то в 7:30, нам 5 минут идти. Отвожу Катю перед школой на их завтраки. Ну, Катя вроде бы довольна, нравится ей. А это просто общая школьная движуха, атмосфера. Это я смешала, то было утро, а сейчас день. И это еще с сентября. Видео. Тут должен меня кто-то... О, вот, бежит он. Это Джулс, подружка. Это очередное утро. Катя по утрам все время ходит в своей этой шубке. Ну, сейчас уже и время. Поначалу вместо кофты носила, а сейчас уже время курток. Приходим раньше всех. Не так много детей завтракает по утрам в школе. О, это было интересное мероприятие. Все родители приходили в один вечер смотреть, чем же занимаются дети, и просто показывали школу. Просто гуляли по классам. Тут все сейчас Катя будет показывать, как она пишет, считает, играет. Это ее планшет в классе. Это подружка Лази. Да, неплохой был вечер. Интересно было сходить. А Катя рада показывать все подряд. Что у них там. Знают, чем меня заманить. Книжки. Все родители всего класса. Коробочки со всякими штуками. О, это мне такая нужна подставочка. Хотя нет, мне нужен штатив. Портреты были. Катя хочет показать. Пошли дальше по школьным коридорам. Смотреть, что тут еще. Водичка для бутылочки. Там возле туалетов. Тут принято везде.
Поилочки делать. В библиотеку придешь, в больницу, в музей, где угодно. Катя куда-то ведет эксперт по школе, а вот и по Иночке. А, это музыкальный класс. Учитель у них музыки. Перформанс устроил. Забавно, в общем. Это еще в конце сентября было событие. Только сейчас решила выложить, озвучить. Занята другими своими теми видео. Здесь всегда хочется вместе с Катей. Но Катя не всегда имеет настроение. Это мы наверх в библиотеку пошли. Это Катя Зайенька. Да, тут можно творить все, что хочешь. Библиотеки тут все прекрасные. Что школьная, что городская, какую ни зайди. Это Димон смотрел «Атлас мира», и там Украина вообще представлена только какими-то крошечными кусочками. Ну и только есть полностью на общей карте, где все страны. Отдельно не вынесли ни на странице Европы, ни на странице Азии. Нигде ее отдельно не было. Это просто коридор. Школьный коридор с тарелочками. Кстати, все здороваются. Теперь в столовую пришли. В этот вечер везде какие-то развлечения положили. Детям хорошо зашло. Thank you.
Получилась действительно настоящая экскурсия. Для нас так точно, мы это впервые. Только к дверям подводим. Внутри не были. А в тот вечер была огромная луна. Ну, конечно, видео не передаст. Очень классная была луна. Ну, это какой-то вечер. А, мы пошли. Должно было быть маршмеллоу-пати, но отменилось, и Катя просто с Элайзой покаталась на их улице. Параллельная улица нашей. Ну, тоже было туманное утро, классное. Тут довольно часто бывает. Не зря у нас улица Хиллсайд называется. Улица на горе, школа немножко в низине. Двор в низине. И сразу туман виден. О, это уже после Джул. Это уже после другой день. Это Джулс пошла к нам поиграть. Тут у них так принято звать. Playday называют. Иногда Катя к ним ходит. Разок у нас Джулс была. О, это вчера. Вчера нас позвали к Элайзе. Все-таки состоялся эта вечеринка. Жарить зефир. Хорошо получилось. Все провонялись костром. Это да, было вчера. А это зефир кладут между печеньями, добавляют туда шоколадку. Получается такой сэндвич сладющий. Нормальненько.